Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, друзья, с вами Крабаш 74, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки GTA 5. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather. Chinese gangsters. General insanity and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Вот так вот нахуй. Нам сказали, что нам нужно избавиться от Тревора. Мы продолжаем прохождение игрушки GTA 5, выносящий, блять, мне мозг вообще. Я записываю ребят подряд, из-за этого я еще пока немножко на взводе. Стопэ нахуй! Да что ж ты вы, суки, а? Кроты ебучие. Погнали. Где там более или менее точило? Да, тут вообще есть что-нибудь? Нахуй. Хуизмас, нахуй. Отдыхай, блядь. Вылазь, нахуй. Нихуя! Да ты че, блядь, пень трухлявый? Иди нахуй. Гангстеры, блядь. Что это за поганый такой район, где гангстеры есть, блядь? Блядь, вон там поворот. Так, нам надо поехать, нам надо поехать. А куда нам надо поехать-то теперь, блядь? Ну, по железной дороге мы явно не поедем. Так, здесь эти ФБРовцы, блядь, были. Мы едем сейчас на. А ехать-то некуда, блядь. Ехать-то больше некуда за Майкла. Поехали за Франклина. У Франклина вот эта буковка F. Да, переключаемся на Франклина, ребят. Ух ты, блядь. В пиджачочке ходит. Нехило, блядь. Ты, блядь, ну в пиджаке и на мотоцикле. Естественно. Логика Рокстара, блядь, не поддается вообще никакой... никакому здравому смыслу. Такси, блядь. Не такси мне не надо. Я возьму вот этого. Вот этот Muscle Car, блядь. Это за хорошо. Нихуя мусора на дороге валяется. Мусорка, наверное... Ребят, вывалилось. Да что ж ты, блядь, не видишь, что я еду, что ли? Так, мы едем домой, к Франклину. Что-то там дилемма какая-то, походу, у него. Тихо, чуть не сбил тебя. Тебе повезло сегодня, чувак. Ты родился сегодня 68-й раз. Нихуя, куда ты на стену-то поехал, блядь? Не, надо на стену ездить. По стенам ездить это плохо, блядь. Так, да. Какие вот эти вот повороты здесь, блядь, жесткие, вот на этих, перед этих самых, перед тех, фундамент, кстати, залили. О, да, мне мускулкар, ну его нахуй, я вообще ненавижу такие машины. Во, замечательно. Поедем, что-то типа, это BMW же, блядь, по-моему, это что-то типа BMW. Нормально, ксенон на ней стоит, все великолепно, все отлично. Мы к Франклину уже домой подъезжаем, и я думаю, что сейчас начнется следующая миссия. Потому что миссий, по большому счету, уже практически не осталось. А голову выносящие эти миссии, наркотические, мы их, естественно, можем и после прохождения пройти. То есть там одну-две серии записать с этими нарколыгой этой. Давай. Ух ты, бля. Да-да-да, у Майкла здесь автопарк есть свой. Третью машину туда не запихать. Мешается, сука. Где миссия начинается? Ну ты чё, блядь, по дому бегать не можешь, что ли? Пешком-то ходишь. Да как отсюда выйти-то? Кто, блядь, закрылся стекла?
Эй! Давай, разбивай нахуй стекло. Пуль непробиваемые стекла, блядь. Куда уж проще-то, блядь. Зашел в дом, блядь, и выйти не можешь. И вообще супер, блядь. Да убери ты нахуй этот пистолетик. Пистолетос. О, наверное, вот здесь надо спускаться. Где же эта долбаная миссия-то? Слышно, блядь, я сегодня-то начну, нет? Виллори, чё? Ты нахуй не бузи, блядь. Как нам выйти отсюда? Эй! Откройте, блядь, стекла, окна, двери, блядь. Во, я вышел каким-то образом. Я вообще не понимаю, блядь. Это теплая куча, какая-то куча, короче, чего-то. Куда, блядь, идти, чтобы миссия началась? Выносливость повысилась. Замечательно. Откройте окна, блядь. Окна же должны открываться. Как-то же тут надо заходить? Никак не надо. Я реально, ребят, вообще не знаю, нахуй, как тут, блядь, куда деться, нахуй. Во, вот этот конь педальный. Давай, нахуй, застрели ты его, блядь. Управление оружием, чтобы открыть меню взаимодействия с Чапой, блядь. А нахуй мне Чапа-то нужна? Мне нужна миссия, блядь. Эй, Чапаев. Слышь, нет? Обучить разным трюкам. Да на кой болт он мне нужен, блядь? Где миссия? Я честно, блядь, не представляю, в чем проблема. Да, блядь, вылези ты отсюда! Нихуя, там желтое пятно загорелось. Пиздатые звезды. Все заебись. А звонок дома еще лучше. Oh, hey. Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. Come I can't on. Stay. What's up, babe? Look, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real, my best friend, my homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man, but no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? Нахуй ты вообще пришла, блядь? Иди нахуй из дома, ёба. Shit is over. Я вообще не знаю, зачем он с ней разговаривает, если она грубит, блядь, пришла. Въебал ей нахуй, выкинул ее он за дверью, закрыл дверь и все. Приходит какая-то, блядь, черная бестия и начинает тут моросить, блядь. Да нахуй ты нужна, тебя слушать? Слушать ее, блядь. Рука честь. Почему бы? Зарплата, наверное, скоро. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do. Иди нахуй из моего дома. If you let that idiot die, you зачем она пришла? Франклин, выгони ее нахуй. Эту look, he's going up to some кобылу, блядь. You do what you gotta do. Ее шмальнуть надо. Давай пристрелим ее. Доберитесь до лесопилки, блядь. Где эта сука? Свинтила, падла. Я ее пришить хотел просто. Лестер. Franklin, what's up? Hey, man. I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you, like, do some computer magic and look into it?
Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Palito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what it say? Ебать! 7 километров ехать! Блять, машину надо было побыстрее взять. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. Ебать, ты чё? I'd expect a fair few of them up there. Shit! And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me? Блять, ну чё нельзя? Такси, блять, может на такси поехать? Да ладно, хуй с ним, едем. Похуй, пляшем. Ну конечно, хуй, вот самое время сейчас, блять, перевернуться. Ты чё, падла? Видишь, я еду. Подрезали его чуть-чуть. Ну ничего страшного, я думаю, что он не обиделся. Оставим чуваку эту тачку, а заберем эту. По-моему, это электрический перпет. Блять, на ней сигнализация. Ну точно, это электрическая шляпа. Ладно, похуй пляшем. Погнали на ней. Она хотя бы гоняет быстро. Тихо. Ну мы едем, скорее всего, в пустыню, блядь, к Тревору. Да ебическая сила, блядь. Никто водить не умеет, кроме я, нахуй. Мне надо спрыгнуть, нахуй, туда. Парашют выдается, интересно, когда в машину садишься. Ай, нахуй, разгоняйся и выпрыгиваем, пизду. Поедем на сокращенном варианте. Ну, как-то так. Да нормально все. О, ёптать. Хуя трюк выполнили. Да за такой трюк, нахуй, мне медаль должны дать. О-о-о-о-о-о! Дом! Тихо! Домик. Нормально. Еще сократили путь, блядь. На 180 километров. Заебись, почти на месте. Ну и райончик, блядь. Тревор, сука, заасфальтируй тут все дороги. Пока тут живешь. Вперед из песни. 4 километра. Нормально. Было 7 с лишним. Сократили, блядь, много километров. Надо проходить уже эту игрушку, потому что она так же, наверное, как и мне, она вам уже всем надоела. Вот. Да и сколько можно ее проходить, собственно, уже. И так уже много серий. Думаю, что надо заканчивать уже. Давай нахуй, сокращай все. Да ебать. Да стой ты нахуй. Мы продолжаем сокращать. Да нахуя. Переворачивайся сюда. О, здесь мы были. Это же байкеры тут тусуются. А по этой дороге мы за ними гнались. Блять, ну и память у меня. Вот память. Хорошая у меня память, ребята. Очень хорошая память, действительно. Я все помню, блядь. 2 километра. 2 километра по этой хероборе еще ехать. Вот кому делать нехер? Тревор, наверное, едет. А мы продолжаем путь на электрической машинке. Ебать, полсерии. Сейчас только ехать будем до туда. Надо было на такси поехать. Ну ладно, в следующий раз будем иметь в виду. Блять, надо было залезть в город. Копает нехило, кстати. Но мы уже на под... Какая-то собака, блядь. Че, собака со мной едет, что ли? Козлы. Козлы, бараны. Лоси, блядь. Ну, жрать я не хочу. И пускай лось пока валяется здесь. Да что ж то. В горле, блядь, как будто комок стоит. Караул. Замечательно. GPS тут не работает. Тачка практически развалилась. 800 метров. Это совсем хуйня осталась. Самое главное вниз никуда не съезжать. Не пойму. Наверное, вот это вот
Красненькая, блядь, эта сраная лесопилка-то. А, вон она, ну. Тихо. Оп, Тревор стоит здесь. Hey. Why'd you invite this stoolie, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, what y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there... Yeah, tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Тревор, юморист, я вообще не могу найти. Where the fuck is Lamar? Ну давайте, давайте, нам брать надо уже. Хватит сопли, блин. О, увидели. Ну все, въезжаем, всех выносим. Траву забираем и уезжаем отсюда. Уезжаем к чертям собачьим. Займите... Что занять? Доберитесь до любой из отмеченных позиций. Блять, ну проще-то мне сюда, наверное, пробежать. Ну да, мы будем со снайперочки, походу. Нет, пулемет, блять, в руках. Выносливость повысилась. Но за Тревора я никогда не бегал, в принципе. Чтобы подтвердить позицию, нажмите. Я нажал. Вот это вариант мне, да. Ёпты. Ну там Тревор стоит, а нам-то нахуй там стоять. Мы, наверное, на другую позицию-то побежим. Все, блядь, с какими-то автоматами, пулеметами. Я не понимаю, тут что, мясорубка будет сейчас? Побежали к другой желтой точке, естественно. А к Майклу побежит, нахуй, к третьей. Так они и будут здесь стоять. Трактор, блин. Трактор это заебись. Трактор всегда хорош. Да блять! Зайди ты в этот желтый. Желтое пятнище. Где Майкл? А, что надо сделать? Так, стопы, блядь, я вообще ничего не вижу. А-а-а! Тихо! Да, блядь, убери ты нахуй этот прицел-то! Блядь! Кто где, блядь, вообще ничего не вижу. Майкл, да отойди ты отсюда! Слови, сука. Я вообще ничего не вижу. Где кто разбирается-то? То ли, блядь, я ослеп, то ли я вообще ничего не вижу. А, нет, Тревора показывает что-то там. Бля, Тревор, а зачем? У тебя же... Столько снаряжения, ёб твою мать. Я чё, его всё зря купил, что ли, блядь? Не долетаешь? Ха! Долетело? Chamberlain gangster families for life, motherfuckers! Чё такое? Чего они попадают? Так, короче, пиздец, что-то вообще финиш какой-то, блядь. Сюда вроде попал, блядь. Ну и что надо-то? Где? А, синий это этот хмырёнок стоит. QS, блядь.
Он же этот, блядь, ошалел, сможет врубиться на. Двигаем. Нигде не видать, зато я вижу. Блять, где? Опа, блять. Да, блять, ствол-то возьми. Дурачок. А, это, блядь, Франклин. We'll be God. You got a friend of ours. Да сколько же вас тут? Bring out Lamar. We'll go away. Ну и? Где чувачело? Где чё? Эх, Марьята, вы где все, блин? А, вон он стоит. Ёптать! Да куда нахуй? Да ёптать! Переключайся, говорит, блядь. Я стою, нахуй, под градом пули. Он говорит, переключайся, блядь. Идиот, нахуй, вообще, блядь. Тревор погиб, да флаг ему в руки. Блядь. Да вы что, издеваетесь, сука? Ебаный Франклин. Нахуй ты притащил нас всех сюда, пидор проклятый, блядь. Я всех в одну точку поставлю, и пускай идут стеной, нахуй. Давай нахуй речи. Блять, ну всю миссию заново, сука, надо уже заканчивать, блять. Давай нахуй. Ну давай, подтверждай, блять. Майкл там пиздит еще. Как Троцкий, блять. Ненавижу переигрывать полностью всю миссию. Блять, ну завалили почти там всех уже. Эй, нахуй, вставай рядышком и стой здесь, блять. Заебись. Все. Охуительно. Не то. Да нахуя я так и пойду. Давай, все. Блядь. Сука, вон он, падла, стоит, бледина. Поехали на. Заебись. Поехали, прокатимся немного. Бурагозить будем тут на машине гонять. Сейчас всех спалим здесь. Вон их сколько сразу тут, блядь. Их свиней, блядь. Выходим. Так. Нет. Так. Вот так-то лучше, блядь. Сейчас. Да иди ты нахуй, Тревор, в пизду тебя. Лошара, блядь. Мне похуй. Мне похую. А мне похую. Интересно, что будет происходить, если я за него. Ну, естественно, они же там вдвоем, блядь, справиться не могут. Типа, давай, переключись на этого хуеплета. Блять, стреляют со всех сторон. Ну и чё? Полтора человека, блядь, справиться не могут. О, нихуя. Вы видали, да? Я, блядь, спас, нахуй. Их один человек всех прессинговал. Здорово! Вы чё тут встали-то? Хуело.
Ага, и блядь! Начинаем все заново. Самая ебанутая миссия. Здесь что-то, блядь, со здоровьем. Со здоровьем какая-то проблема, блядь, у всех. То есть в вас попадают, и получается... Да, блядь, давай уже, нахуй. Давай туда же чеши. Здесь, блядь... ну это Rockstar хули. Это Rockstar пидорасы, блядь, сделали эту хуйню. То есть какой-то замкнутый круг, блядь. То вы нахуй как этот, как бронебойная гусеница, блядь, могли передвигаться повсюду абсолютно, и, блядь, никаких проблем не было. То здесь прямо, блядь, какая-то проблема теперь возникла, блядь. Где эти, сука, свиньи? То есть здесь вы получаете с одной пульки, блядь, сразу дохуя урона. То есть и в вас, блядь, попадают сплошные снайперы, а не нигеры, ебаные. Это не кучка нигеров, это, блядь, охуительные снайпера, ёпты. Сидим, ждем, хуля. Пока здоровье залечится. То есть это реально снайпера. Смотрите, вот он оттуда, он без проблем с пистолетика, блядь, попадает. К концу, конечно, пиздец. Rockstar уже усложнили, блядь, чтобы вы поеблись немножко, называется. Я не понимаю, откуда он стреляет. И кто вообще стреляет. А, вот здесь вот. Вот видим, он с пистолетика без базара он попадает в вас вообще в нехуй нахуй. Это называется, блядь. Два человека бегут. Это облава, все, пиздец. Да, блядь, присядь ты или что-нибудь сделай. Да куда ты нахуй... Да иди нахуй спрятался. Rockstar, блядь, днище, это еще раз подтверждается, пиздец. Зачем усложнить такую простую миссию, блядь? Банально, блядь, на лесопилку. А, ну да-да-да, это на Тревора напали, естественно. Сейчас мы подстрелим пару человек, и будет все хорошо. Да, вот, да-да-да, вот и все, все великолепно. А он, тот чувак, он не мог этого сделать. Кстати, нигер куда-то в ту сторону стрелял. А, ну да, наши-то туда проходят. Нормально. И самое, что интересное, вы не можете нихуя больше сделать. Вы попадаете в голову, они не падают, они встают, садятся. Вот, смотрите, что он творит, сука. То есть он встал, нормально все, отремонтировался, блядь. Стопэ нахуй, я, блядь, здоровье залечиваю. Серия получится долгая, ребят. Ебаные эпик фейлы, но, блядь, без них никуда, хули. Какой нахуй снайпер? А, вон он, снайпер. Нихуя, нигер, ты что, снайпер? Опа! Нихуя! Еще одна. Да хуй ты на нее смотрел, тут дурак стоял. Эй, дебил. Дебилы, блядь! Ой, дебилы! Да нахуй мне это надо, ебаный. Где? Лежать, сука! Вы смотрите, что творится. Я в шоке, блядь. По-моему, тут весь нигерский квартал собрался, нахуй. Это же просто безумие. Блять, жопа дробящая какая-то миссия, пиздец. Да прилипни ты нахуй. Где кто? Не понимаю, откуда-то сверху что ли стреляет. Да отлипни ты, блять.
Где еще? Все. Давай вставай, пень трухлявый, блядь. Пошли отсюда. Аптечка, заебись. Еще нихуя, еще армия негров. Заебись. Просто великолепно. Шедевр, блядь. Откуда эти негры появились? Вообще непонятно. Нихуево я залез-то, блядь. Да вальнул, блядь, почти всех, Тревор. Давай уже нахуй. Да, там Майкл стоит. Уебываем отсюда. Ну да, одного-то я, блядь, прям в тачке мочканул. Придурки, блядь. Похую, встают, побежали, блядь. Нормально все. Это все в порядке вещей. Все замечательно, все великолепно, блядь. А, ну да, да, да. Ну сейчас подождите немножко там. Уже не надо там ничего, как. Да нахуй надо мне переключаться. Нахуй ты нужен. Сейчас мы его отсюда снимем, ёпки. Все. Вот в чем фишка-то Рокстара была. Переключениями, блядь. А где этот пидор? Эй, конь педальный. Отвезите Ламара, блядь. Где ты, Ламара? Тачка разбитая, на этой поедем. Стекла вылетели. Садись быстрее. Сколько тут? Ебать, еще 8 километров, 9 почти ехать. Ребят, давайте я на этом закончу миссию, закончу запись, ребят. И, то есть, ну, это нереально, 9 километров мы еще ехать будем. С вами был Карабаш-74. Всем до новых встреч. Ну, вы представляете, надо его везти, блядь, на другую, вообще в другую часть города. Я, скорее всего, сейчас вызову такси, и мы поедем нахуй в такси, потому что я в рот того драл столько километров шлепать. Либо на самолете полетим, у Тревора угоним с аэропорта самолет, и я его туда отвезу. Подписывайтесь на канал, ребят, подписывайтесь на паблик ВК. Меня реально уже заебала эта игра. Надо ее, естественно, проходить. Миссии охуительно сложные, просто жоподровящие, сложные делают миссии. Не обоснованные вообще ни на чем. То есть, блядь, тупой спаун прямо буквально ниоткуда появляются кучки противников, и начинается опять замес. Не забывайте ставить лайки, ребят, клацкайте на рекламу. Всем удачи, всем пока.